Всем салам, с вами бро 2 Star. И сегодня возвращается, можно сказать, наша старая довольно рубрика. Это «Оцениваю клипы ютуберов». И сегодня мы оценим клип Домера «Большой потанцевал». Клип на 3 миллиона. Вот. Кстати, простите, ребят, что меня, в принципе, 3 недели не было. Просто времени не хватало, да идей, в принципе, не было. Поэтому вот. Но если вы хотите продолжение, чтобы я дальше снимал похожие такие видео, то подписывайтесь, ставьте лайки. Набираем на этом видео 3 лайка, и, наверное, выйдет еще одна оценка клипа. Ну, мы, наверное, поехали. Так, регулируем звук. Я могу даже стыть твой номер. Кстати, это он. Ведь у меня большой потанцевал. Я сам от себя такого не ожидал. 3 миллиона на канале сейчас. Я благодарен каждому из вас. Ведь у меня большой потанцевал. Я сам от себя такого не ожидал. 3 миллиона на канале сейчас. Я благодарен каждому из вас. Это было тяжело, не спорю. Сделать топ-контент и порадовать людей. Но были времена, когда было тяжело. Но я выбрал со дна, меня что-то сберегло. Я нашел самых лучших для себя людей. Планирую до Сэнни Клаус, моя банда, эй. Прошел очень долгий путь, чтобы заиметь то, что не имел вчера маленькую дрей. Спасибо за 3 миллиона, мои друзья. Я буду каждому вам рад. Ведь у меня большой потанцевал. Я сам от себя такого не ожидал. 3 миллиона на канале сейчас. Я благодарен каждому из вас. Ведь у меня большой потанцевал. Я сам от себя такого не ожидал. 3 миллиона на канале сейчас. Я благодарен каждому из вас. Ну вот, в принципе, закончился клип. Вот. Я, кстати, его до этого еще не слушал, но я там видел некоторые фрагменты, но я его не слушал, честно. Вот. И мы будем оценивать по 3 критериям. 3, кстати, изменили. Не забудьте, кстати, посмотреть следующие другие видео, которые я оценил другие клипы. Первый критерий — это сама песня. Вот, но песня мне понравилась. Еще у нас от 1 до 10. Ну, я бы поставил, скорее всего, 7. Типа, песня прикольная, но не такая уж запоминающая. Ну, как по мне, нормально. Анимация. Ну, или в некоторых клипах даже есть рисовка. Ну, анимация, как всегда, хорошая, так как эта анимация очень часто встречается во всех клипах. Поэтому 10 из 10. И общее впечатление. Это как раз 3 критерий, который изменился. Клип хороший, советую всем послушать, это никакая не реклама, просто клип довольно хороший, вот. Ну а с вами был бро 2 Star, всем удачи, всем пока, ребята.